Всем привет, с вами я. По многочисленным просьбам в комментариях из прошлых видео я делал бокал. Просили сделать что-нибудь подобное, а именно кружку из бутылки. Если то был бокал просто, то это будет кружка даже с ручкой. Если не получится с бутылки шампанского, то еще могу попробовать из-под бутылки из-под вина. В качестве ручки буду брать горлышко от бутылки. Давайте приступим. Для начала я сниму этикетки. Они нам не нужны и будут мешать. Так, давайте возьмем станочек, который я делал в прошлом видео. Если кто не видел, обязательно посмотрите. У меня там был стеклорез другой, но он, к сожалению, упал со стола, скатился, так как был цилиндрической формы. И сразу, как ни странно, острием прям об землю. Ну, в итоге ось согнулась, и теперь он не режет. Пошел в мусор. Закрепляем наш станочек с помощью струбцины. После того, как наклейки были сняты, теперь можно приступить к резу. Прижимаем стеклорезу и начинаем вращение. Все, рез сделан. Теперь греем феном и отпускаем воду. В качестве ручки для нашей кружки буду использовать горлышко от бутылки, от винной. Оно имеет продолговатую форму и отлично подойдет для ручки. Чтобы ее отрезать, буду использовать такой мини-станочек. Тоже тут я закрепил стеклорез, наконечник. И теперь закреплю к столу, чтобы... Так, если видим, стеклорез не попадает на свое место, значит, просто воспользуемся кусочком дощечки и подложим. Вот, прижимаем и начинаем вращать. В общем, сделали рез и теперь тоже греем феном и откалываем. И после легкого постукивания бутылочка должна расколоться. Вот и все. Как можем заметить, рез опять идеальный. Теперь давайте приступим к шлифованию. Сегодня мы не будем шлифовать на наждачной бумаге об столу, а сегодня немного механизируем процесс. Если кто не видел, ссылочку оставлю в описании, переходите, посмотрите. Там более подробно про станок, как его сделать, как отрезать более подробно. Сегодня я вкратце хочу показать все быстрее. В общем, за основу я взял эту шлифовальная машинка обычная, на которую цепляется наждачная бумага. Она не крутится, просто вибрационного типа. И прикрутил ее на лист ДСП. Снизу подмастил болтик, чтобы выровнять, чтобы был горизонт, одним словом. Здесь у меня стоит линолеум в качестве подложки. Можно мазать пастой притирочной и сразу шлифовать. И не нужно тратить наждачную бумагу. Но... Затем в это отверстие, тут было это мебельное отверстие, тут было крепление. Я буду вставлять трубку ПВХ. Это, по-моему, 3/4 трубка. Вот я ее так вставлю. Вначале я пытался использовать типа кондуктора, у меня тут было. Сейчас покажу. Чтобы бутылка не сдвигалась за пределы наждачного полотна. И можно было передвигать, соответственно, вперед-назад, чтобы не шлифовалась в одном месте. Затем я придумал немного иначе конструкцию. Давайте вот эту вот уберем. Она нам больше не нужна. Это как бы уже пережитки прошлого. Это я просто показываю, что я пробовал, что добавлял, что изменял. Так, все я убрал. Теперь просто вот я заточил вот такую алюминиевую пластинку, чтобы она была остренькая. Ну, не сильно острая, но к
как бы немного островато. И... наждачную бумагу я поставил 240-ю. Если у кого есть крупнее, можно вначале крупнее, а потом поставить еще мельче. Так, ставим нашу будущую чашку на место шлифовки. И здесь я поставил пружинку и привязал такую веревочку, чтобы чашку прижимала сильнее к наждачке. И одеваем веревку на пружину. Все, бутылка прижата к наждачному кругу. И теперь, чтобы тут не было большого никакого трения, добавим сюда водички, чтобы лишнего ничего не грелось. И запускаем наш станочек. Сейчас будет сильно шумно. Все-таки эта палка нужна была. Она придерживала, чтобы не слетала на бок. Значит, поставим ее назад. Я думаю, паста добавит, так сказать, смазочных материалов и должно вращаться лучше. Вот такая притирочная паста для притирки клапанов. Давайте запустим, посмотрим, что получилось с пастой. В общем, не сильно оно хочет вращаться, но методом проб и ошибок я пришел к выводу, что нужно под низ подмастить еще какую-нибудь доску, тем самым изменить угол наклона шлифовального станка, чтобы получался какой-то угол. Тогда бутылка как бы стремится съехать и за счет вибрации начинает вращаться. Давайте посмотрим. И давайте теперь еще проведем немного охлаждения, чтобы полировка шла с водичкой. Вот, значит, все крутится очень прекрасно и скорость нормальное вращение. Теперь осталось только добавить охлаждение вот сюда. Взял я обычную 1,5-литровую бутылку, подсоединил к ней капельницу самую обычную. И теперь можем регулировать подачу воды с помощью этого регулятора. Настраиваем как нам удобно, одна капля или две, или три, или сколько угодно. И мы вставляем трубочку в это отверстие. Теперь водичка подается на место там, где идет шлифовка. Тем самым шлифовка идет лучше. В общем, все работает, и это довольно шумный процесс. Теперь я возьму этот шлифовальный типа станочек и занесу куда-нибудь в гараж. И закрою дверь, и чтобы не мешало соседям, пусть себе полируются минут 15-20. Потом покажу, что получилось. Давайте прервем полностью автоматический процесс и посмотрим, что получилось. Первый раз я зашел, забыл, часа, наверное, на 3 оно крутило. Пришел, а там вообще ничего не осталось от бутылки. Типа пепельницы. Вот такая вот, 2 сантиметра. Это была шутка, кто поверил, обязательно напишите в комментариях. В общем, прошло полчаса, и давайте посмотрим, какие края получились у этой чашки. Не сильно видно, сейчас я все вытру и покажу уже. В общем, полирнул я 3 бокала. Это с вина и это 2 с шампанского. Теперь нужно нам сделать вот такую вот насадочку этой из пластиковой бутылки.
То есть нужно подобрать диаметр нужный, чтобы не болталась. Если большая, значит не подходит. А если маленькая, значит можно ее расширить. Под видео будет ссылочка на другой мой канал. Там я покажу, как сделать диаметр бутылки чуть шире. Переходите, смотрите. Теперь приступим к изготовлению ручки для нашей кружки. Взял я нержавейку, разметил и сейчас отрежу ножницами нужную мне ширину. Ширину подбирал из расчета отрезанного горлышка, чтобы сверху ложилось на крышку. В качестве ручки буду использовать отрезанное горлышко. Ну так как тут края острые и шлифовать не очень сильно хочется, просто одеваем сверху, подбираем нужного диаметра крышку и все. Сверху можно пробочку использовать пробковую и закрыть. Ну, чтобы не было внутренности видно, можно вовнутрь отрезать кусок пластика из-под бутылки и вложить вовнутрь. Либо подобрать горлышко с наименьшим диаметром и просто надеть сверху крышки из обычных пластиковых бутылок, что довольно хорошо смотрится. Тут даже можно что-то внутри залить, какого-нибудь жучка или какое-нибудь растение. Может быть, так и сделаю. Вывести наружу болты, чтобы были небольшие, по 5 мм торчали. В общем, в дальнейшем все увидите. Вот попался мне вот такой красивый цветочек. Вот, наверное, я его и помещу сюда вовнутрь. И залью и бокситной смолой. А теперь, что касается ручек. Вот я отрезал кусочек пленки и ставил вовнутрь. Взял шпильку на 8. И все это вот так будет собираться. И как я обещал, точнее собирался, сделал еще заливочку небольшую. А именно цветочек был и елка. Сейчас покажу поближе. Вот такая красота получилась. Если эта тема интересна, с заливкой, что-то заливать в эбоксидной смоле, значит, пишите в комментариях. Будем еще снимать видео, что-нибудь заливать красивое. Цветочки, василечки. Ну а мы приступаем к сбору кружки. Теперь видео подошло к завершающемуся процессу и будем сейчас все собирать окончательно, все в кучу. Так, тут видим, что грубо получается, эта гайка сильно торчит, некрасиво. Ну, это такой вариант. Здесь я сделал по-другому и прикрутил просто монетку, даже две. Ничего не торчит и смотрится, я думаю, что красивее. В общем, эти я уже сделал. Одеваем, а эту сейчас покажу. Вот делаем такие вырезы и теперь собираем ручку вовнутрь, то бишь разбираем все. Все, теперь берем фен и все прогреваем. Пока можно еще поправить, поправляем. Потому что потом, когда ручка уже сядет, уже мы не поправим ничего. Пленка очень плотно сядет. Если я не сказал, то на монетке я нарезал резьбу и прикрутил, потому что иначе я бы ее не прикрутил. В общем, греем. Если нет фена, можно обливать кипятком. Как можем заметить, пластиковая бутылка произвела термоусадку. И очень плотно ручка сидит, что не оторвешь. Я мог, конечно, сразу все переделать и показать результат уже, что получилось. Но хочу на своих ошибках показать вам, что получается. Пленка даже загнулась вокруг там, где я шлифовал. И получается, не нужно было сильно так шлифовать. Полностью она покрыла место шлифовки.
Вот видите, тут, естественно, я еще лишнее все пообрезаю по контуру. И будет вообще, как бы не порежешься 100%. Но сейчас я немного иначе переделаю эту пленку. И она ляжет вообще идеально везде. И потом покажу, что получилось. После того, как я это срезал, мне пришла еще такая идея, что можно взять прозрачную бутылку и вложить свою какую-нибудь любимую картинку, напечатав ее на принтере. Но у меня как бы сейчас принтер сломался, поэтому просто возьму для примера любую картинку и вставлю ее. Посмотрим, что получится. Предварительно прорезав то, что я прорезал вот так полностью, тут я сделал просто надрезы, чтобы только завести ручку. И чтобы все остальное подвернулось на дно и наверх кружки. В общем, все плотненько облегло. Сейчас подрезаю канцелярским ножом края. Ну, тут днище чуть подровняю, чтобы хорошо стояло на дне. Делаю остальное. Затем чуть-чуть немного поразмыслив, пришла еще одна идея. Как бы можно ж донышко оставить, не обязательно его срезать. Может, тогда получится красивее, чем здесь. Вставляем картиночку. И начинаем греть. Донышко как хорошо нагрели, желательно его поставить на что-то твердое и прижать, чтобы получилась хорошая плоскость. В общем, сейчас я все обрезаю и показываю результат. В общем, показываю, что у меня получилось. Вот такой первый бокал. Здесь донышко еще не цельное я делал. Монетка. И вот такая вот кружечка получилась. Цветочек внутри залитый в эпоксидной смоле. В общем, смотрится оригинально и даже ничего. Я сам не ожидал, что так получится. Вот вторая кружечка. Уже с донышком я сделал. Видите, оно все облегло и прекрасно она стоит на столе. Тоже вставил картиночку. И внутри у нас ель. Тоже залитая эпоксидной смолой. Сверху вообще ничего не острое, потому что пленочка, вы видели, лягла. И все аккуратненько получилось. И очень красиво. Здесь я добавил гайку, так как кружка с винной бутылки легкая, ручка точнее очень тяжелая и пытается перевесить. Это как опора получается. И третий вариант. Тут я немного перегрел, точнее грел середину и не заметил, как сбоку проплавилось. Ну это как бы не проблема, это находится снизу, никому не мешает. Тоже картиночку я вставил такую веселую. И как мы видим, острого момента вообще нет. Так что на шлифовку можно было много времени не тратить. Все прекрасно закрывается пленочкой и вообще ничего не острое. Я могу сказать, что с нетерпением ждет вся семья опробовать эти бокалы. А сейчас вы узнаете, почему они так ждут. Давайте наполним бокалы пивком, точнее кружки. А вот, собственно, и причина, которую с нетерпением ждали все, чтобы попить пивка с этих кружек. Так что, ваше здоровье. Всем огромное спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. А если это видео было вам полезно или просто понравилось, то поставьте палец вверх, подпишитесь на канал. С вами был Идяк. Всем пока!